Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, что я могу сказать? Моему возмущению, удивлению нет предела. Посмотрела некоторых, так скажем, музыкальных критиков с Ютуба. Дуэта Димаша и Пласидо Доминго. Прежде всего, хочется спросить, друзья, покажите ваши достижения в музыкальном мире, ваше пение или композиторские работы. Мы пока ничего не знаем. Основная задача – развитие YouTube-канала. Я никогда не критиковала никого из ютуберов, но здесь просто нет слов. Один себя называет учителем вокала, другой, в принципе, достаточно хорошо ведет свой канал, чувствуется, что он что-то понимает в музыке, но здесь его куда-то понесло. Я думаю, что, возможно, некоторый ютубер не делает это со зла, но в основном, что руководствует такими критиканами? Во-первых, некомпетентность в том, что они слушают, и, конечно же, у некоторых неприкрытая зависть, к сожалению. Я бы не стала делать это видео, но посмотрела под этими ютуберами комментарии наших дорогих и, конечно, решила, обязательно надо сказать. Я не буду называть имена, но все знают, о ком я говорю. А самое неприятное, то, что дорогие под этими постами доверчиво пишут, да, конечно, о грехе, есть о грехе у Димаша, но ему есть куда расти, он подтянется. Друзья мои, мы с вами что, перепутали что-то? Итак, что я хотела сказать, послушав некоторые реакции, называющиеся специалистами. Прежде всего, начинают говорить об грехах, рассматривают дуэт и говорят, слушают. Вот посмотрите, здесь Димаш не дотянул, вот здесь у него нечеткий тон, здесь он куда-то там поднялся, начал с баритона, поднялся в тенор, недопустимо в академпении. Друзья мои, да нет там никаких грехов. Кто следит за творчеством Димаша Кудайбергена, величайшего певца нашего времени, прекрасно знает его возможность контроля над тональностью, над ритмом, над каждой нотой ее звучанием. Для него это невозможно. Что же мы с вами видим в этом величайшем дуэте? Чему являемся счастливыми свидетелями, если есть, конечно, уши у людей и малейшее понимание искусства? Димаш совершенно не собирался за один вечер, за один час стать великим оперным певцом, а Пласидо Доминго поп-звездой. Да не стояла такая задача, дорогие YouTube-специалисты, развивающие свой канал усердно. И чтобы понять это, не надо иметь музыкального образования. Я сильно сомневаюсь в компетенции людей, которые затевают такие разборки. Под этими видео самое противное, еще раз скажем. Много дорогих, которые не понимают, о чем идет речь. Вы шутите? Давайте возьмем танцора балета, солиста Маринки и брэк-данса солиста, мирового чемпиона. Есть такое, я за ним немножко следила. Они, может быть, сделают дуэт нам всем на радость. Два величайших мастера. Давайте критиковать брэк-танцора, что у него нет достаточной подготовки в балетном танце. Если он будет в какой-то своей манере в дуэте с классическим танцором давать нам радость видеть щелкунчика. А танцора из Маринки будем критиковать за его линии брэк-дансе, не соответствующие классическому исполнению этого танца. Кто это может делать? Человек, который ничего не понимает в таком дуэте, в таком искусстве. И только если он где-то что-то закончил музыкально, и на этом он завершил свою карьеру, а дальше развивает YouTube-канал, недостаточно, чтобы понимать то явление, которое сейчас перед нами. Вот такими неумелыми криканскими высказываниями сколько сгнобили людей более слабой психики. Димаш наш силен, как стол, мы знаем, но сколько людей загубили в начале их карьеры вот такие глупые критики. Не просто YouTube-каналов, а которые имеют какую-то власть. Помним историю Димаша в самом начале его музыкального пути. Но сейчас, увы, и YouTube-канал имеет определенное влияние. Так вот, что я хочу сказать. Два этих столпа, гигант вокала академического Пласидо Доминго, да еще эти специалисты, кстати, думали критиковать и его. Это просто вообще уже за гранью безумия. И маэстро, также гигант кроссовера Димаш Кудайберген, непревзойденный человек в своей области. Король кроссовера, где предполагается активный танец, активное движение и другое дыхание. Иной путь музыкального развития. Кстати, редчайшего исполнения, потому что много есть великолепных оперных певцов. Таких как Доминго, может быть, 3-4, мы уже говорили об этом. Как Димаш, только один. Он Димаш. И здесь не о грехе, как говорят, рассматривают его пение, а намеренная, выработанная тактика двух столпов, как им спеть дуэт, к которому они не готовились, двум лидерам своих жанров вместе. Мы такие дуэты и трио наблюдали за всю историю музыкального искусства, которая была уже записана в 20 веке. В голову никому не пришло критиковать, например, Фредди Меркури, что у него нет достаточно академической выучки, или Лучано Паваротти, что он
не той тональности исполняет поп-произведение. Это нонсенс, друзья. А здесь выдается за грехи то, что является высочайшим профессионализмом Димаша Кудайбергена, Пласида Доминго. Как составить этот дуэт за очень короткое время, чтобы он был мелодичен, чтобы он был унисон, прекрасен для восприятия. Это была поставленная задача быстро с ней справиться. И они, как профессионалы своего дела высочайшие, сделали это изумительно филигранно. Димаш выбрал тактику, в которой надо петь, чтобы звучать, чтобы не заглушать, чтобы не резонировать. И то же самое делает Пласида Доминго. Но Пласида Доминго делает на своей территории. Димаш, как человек, обладающий высочайшим уважением ко всем столпам, работает на территории Пласида Доминго. Но люди понимают, что они делают. Люди, у которых есть минимальное даже музыкальное понимание, а не просто YouTube-канал. Димаш – король кроссовера. Он не поет сейчас оперу в 100% ее академическом звучании. По-моему, это несложно понять. Эти два маэстро захотели сделать, еще раз скажем, дуэт короля кроссовера и короля академического пения одним звучанием, одной окраской, одной подачей, но разные жанры исполнения. Димаш совершенно не собирался быть здесь академическим оперным певцом. Он именно выбрал из своего звучания то, что будет мелодичнее соответствовать, сочетаться с голосом Пласида Доминго. Обратите внимание на дуэт Лучано Паваротти и Джимми Брауна. Давайте начнем критиковать Джимми Брауна, что-то он не очень академично поет, правда же? Хотя они в этом дуэте не единственные, кстати, поют кое-где и вместе. Но никому в голову не придет начать критиковать Джимми Брауна, поп-короля начала 20 века, очень популярного певца, многим сейчас, может быть, уже неизвестного, и Лучано Паваротти. Кому пришло бы тогда в голову? Ну, нашим YouTube-специалистам это приходит. Невозможно это не понимать. То, что два маэстро задумали сделать. И не для того, чтобы вы тут набрали просмотры на своих YouTube-каналах, а для того, чтобы порадовать поклонников Димаша, поклонников Пласида Доминго, детей, которые были на этом конкурсе. Так вот, дорогие YouTube-специалисты, то, что вы называете огрехами, есть продуманный стиль исполнить на радость нам дуэт двух гигантов, поющих и исполняющих свои перформансы в разных жанрах. Это довольно распространенный прием, и не знать этого позор. Не называйте себя, пожалуйста, музыковедами в таком случае. Если вы продуманную тактику, безукоризненно владеющую своим мастерством, называете огрехами. Чтобы петь в академическом жанре, стиле, для этого нужны годы, десятилетия. И люди, которые поют в опере, не поют в других жанрах, потому что мускулатура, гортань, академическая манера пения предполагает классическую постановку голоса, которая характеризуется высокой вокальной позицией и высоким куполом, как называют ее музыковеды. И вот этот высокий купол пения в высоком небе, как они говорят, это то, что кардинально отличает академистов от остальных исполнителей. Такой стиль пения, такая манера пение оперным вырабатывается десятилетиями, потому что для постановки такого голоса требуется специальная школа и специальные тренировки. Не знать этого просто смешно. А если знать и начинать говорить про то, что человек – король своего жанра, единственный он в нем находится, кроссовере, который он исполняет, там и оперное, кстати, академическое пение присутствует у Димаша в его манере исполнения народных песен, то, что он поет популярных песен, не может быть тем академическим куполом, потому что он поет в другом жанре. И потому Димаш не хотел стать оперным солистом. Его это очень сильно ограничивает, академическая манера пения. Да и сама постановка театральной оперы, когда ты проживаешь одну и ту же жизнь определенного героя, не смея ни вправо, ни влево сделать шаг. Димаш живет жизнь своих песен, своих исполнений, своих представлений, можно сказать, каждый раз по-новому, как и время движется, потому что назад, в то время, что было, мы уже не вернемся, поэтому все его перформансы звучат по-разному, даже если они одни и те же. Еще раз скажем, его контроль, его голоса безупречен. И ни в коем случае Димаш не стремился вдруг стать оперным певцом и показать свои в этом плане усилия. Зависть звучит в такой критиканской манере, а разбирать то, что вы не понимаете и не хотите понимать. Надо сказать, что эту оперу Бизе раскритиковали граждане в свое время, так что он очень сильно расстраивался по этому поводу, Жорж Бизе. И ее долгое время не ставили ловцы жемчуга. Так что, дорогие, которые пишут там в комментариях под такими видео YouTube-специалистов, ой, конечно, спасибо, что сказали, Димаш подтянется. Вы
хотя любите Димаша, я так понимаю, но не понимаете величины его пения, его контроля, его музыкальных особенностей, способностей. Он имеет образование намного выше и шире, чем те, кто тут позволил себе говорить про какие-то огрехи, принимая продуманную тактику такого спонтанного решения спеть дуэтом не в своей манере, не на своей территории, с величайшим певцом оперным, за какие-то огрехи Димаша. Якобы он не может удержать тон, не может удержать даже ноту, такое пишут. Ну, зависть – это зависть, а глупость – это тоже глупость. Простите меня за такую резкую критику, не удержалась. Всем радость, открытие глаз, стараться понять, что перед нами, оценить тогда, когда это можно оценить вживую, а не потом писать дифирамбы спустя многие годы, когда уже поздно будет писать дифирамбы. А мы с вами являемся живыми свидетелями живого чуда. И давайте будем благодарны двум столпам мировой музыкальной вершины за то, что они подарили эту радость уникального дуэта всем, новых открытий и желания расти в своей жизни. Всех обнимаю.